симпатичная, наверное, да? Человеку живется горько, у него и сервант, и горка, есть диван и жена под боком, а ему все выходит боком. Он в квартире своей томится, перед ним океан дымится, острова в океане дикие. Он хотел бы плыть на Кон-Тики. Нет ни горки и ни серванта, обстановочка сыровата. Ни в квартире, ни на диване человек плывет в океане. Он клянет его в бога в душу, он во сне уже видит сушу, но кишит океан акулами и дымком берега окутаны. Человека трясло, ломало, все ему, человеку, мало. Подавай ему плод запретный, очень любит он плод запретный. Он и в тесном трамвае едет, и совсем никуда не едет, все равно куда-то едет, все равно этим плодом бредит. Он к нему растирает руки, на губах ощущая сладость. Он не может без этой муки. Это старая его слабость. Человек живется горько, у него и сервант, и горка, есть диван и жена под боком, а ему все выходит боком, а ему все выходит боком, а ему все выходит.